Итак, ребят, приветствую вас. И сейчас мы с вами находимся в районе санатория «Известия». Находимся мы с вами в жилом комплексе «Известинский парк». И давайте посмотрим с вами квартиры. Квартиры с ремонтом от застройщика. Это у нас квартира 40 почти квадратных метров. Почти 40. И давайте посмотрим, что же мы можем приобрести за... Да-да, это я, привет. И здесь мы с вами видим с вами квартирку. Да, санузел, сантехника, все у нас готовое, все есть. Двери, в принципе, не самые дешевые. Здесь у нас кухня. Кухня довольно-таки просторная. Висит котел. Газ заведен. Здесь у нас место для телевизора, вы видите, да? В целом, наверху у нас натяжной потолок. Все хорошо, все классно. Здесь у нас идет ламинат. Кстати, ламинат более-менее нормально по качеству не играет. В отличие от других жилых комплексов, не будем про них сейчас рассказывать. Здесь у нас также сделано место для... Что-то там у нас непонятно что. Ладно, сделано место для розеток. Ну и в принципе все. И даже сделана люстра. Ребят, посмотрите, даже люстра есть. Итак, цена этой квартиры. Цена квартиры 4 миллиона. Могу ошибиться, плюс-минус 60 тысяч. В любом случае буду продавать ее по прайсу. И эту цену могу вам обозначить, да, и сказать точно. Здесь, скорее всего, что-то вырастет. 100% грех, чтобы там что-то не выросло. Давайте посмотрим еще квартиры, да, с ремонтом. Это у нас типовая получилась однушка. Кстати, здесь еще есть у нас место для псевдогардероба. Итак, давайте с вами поднимемся на этаж выше. Покажу вам еще одну квартирку. Кстати, в подъезде чистенько, относительно комфортно. И сейчас мы с вами посмотрим 13-ю квартиру. Мое любимое число. И здесь мы с вами видим еще одну квартиру. Но эта квартира, сразу скажу, она не самая удачная по планировке. Я считаю, что она бестолковая. Почему? Да потому что, по сути, квартира угловая. Ее можно было так классно обыграть. А здесь мы с вами получаем кухню, непонятную гостиную. Вот хоть убейте меня. Вот здесь должен висеть телевизор. Вот, да? А теперь вопрос. А где должен стоять диван? Пишите в комментариях, где должен стоять диван. Да, и вот здесь, конечно, есть балкончик. Со второго этажа у нас площадь красная не видна. Ну, могла быть и видна. Но площади нету. Но вы держитесь. Ремонт я бы такие обои себе, конечно же, не наклеил. Но, опять же, это тот вариант, когда вам хочется взять и... не заморачиваться с ремонтом, хочется заехать в готовое. Как показывает практика, люди даже полгода не проживут и начинают менять обои, розетки какие-нибудь другие и так далее. По сути, да, санузел у нас сделан, все хорошо. Да, да, это опять я, надо же вот тянуть, а то какой-то толстяк получаюсь. В общем, смотрите, сантехника есть, все есть. И цена этой квартиры 4 миллиона с копейками, вроде 4 миллиона стоит, если не ошибаюсь. Опять же, прям детальные цены я все равно не буду вам озвучивать по одной простой причине, потому что здесь у нас все в Сочи очень быстро меняется. Давайте ориентировать его за 4 миллиона. Эта квартира идет с ремонтом. Все, ребят, давайте пройдемся с вами еще на третий этаж и посмотрим еще одну квартиру, чтобы уже сделать определенные выводы. И посмотрим мы квартиру под номером 23, тоже с ремонтом. Тоже около 4 миллионов рублей. Статус квартиры, можно оформить в ипотеку. Но когда я эти квартиры показывал своим клиентам, они предпочли взять квартиру в «Удача плюс». Давайте сначала покажу без ремонта. Вот такая вот квартира, да, угловая, аналогичная той, которую мы смотрели. Ну, я бы ее распланировал просто шикарно. Ну, а там немножко у нас получилось не так, как хотелось бы. Я бы здесь, конечно, сделал бы небольшую спальню и сделал бы большую кухню с гостиной. Вот такая квартира стоит у нас... Примерно 80 тысяч рублей за квадрат. Квартира с ремонтом стоит у нас 105 тысяч рублей за квадратный метр. Отсюда делаем с вами выводы. А выводы у нас очень простые. Вы переплачиваете как минимум 6-7 тысяч рублей с квадратного метра. Потому что вот этот ремонт у нас не самый лучший, не самый потрясающий. И этот ремонт у нас, ну, дороже, чем 13 тысяч рублей за квадратный метр не стоит. Поэтому, ребят, если вдруг у вас так получилось, что есть возможность взять и переплатить, например, 300, там, 400, 500, 700 тысяч рублей, если вы планируете квартиру в пределах 4 миллионов рублей, то, блин, давайте обращайтесь, я вам подберу
интересную вторичку. А если вдруг вам деньги даются очень тяжело, если вдруг выясняется, что все-таки вы у нас работаете, да, а не, не знаю, там, кто-то скажет, там, зарабатываем. Если выясняется, что все-таки вам никто никакие взятки не дает, никакие откаты не дают, то я рекомендую, ребят, все-таки взять и квартиру в черном варианте. Я для вас организую у нас ремонт. Ремонт пройдет дистанционный, очень быстрый. И при этом за 2,5 месяца вы точно получите ту квартиру мечты, которую вы желаете, которую вы распланируете, а не тот ремонт, который вы все равно будете переделывать. И все. И вы получите ту планировку, которая вас устраивает. Например, из этих трех квартир меня ни одна планировка не устроила. Ну, реально не устроила. Я рад бы, чтобы устроил, но пока такого нету. В общем, давайте мы с вами посмотрим придомовую территорию. Придомовая территория у нас в жилом комплексе «Известинский парк». Ну, я бы не сказал, что большая, но я думаю, для машин хватит. Ну и вот так вот он у нас выглядит. Вот в этом квартире, в этом доме можно купить квартиры с ремонтом, можно купить квартиры без ремонта. И в целом, я смотрю, вроде уже один человек начал жить, потому что висит у нас кондиционер. Да-да-да, висит кондиционер. В общем, ребят, если заинтересовал данный жилой комплекс, звоните, обращайтесь, с большим удовольствием помогу вам здесь приобрести. Ну а теперь всем пока, едем с вами дальше. Пока!